Я всех приветствую. Друзья, я долго думала и наконец-таки решилась отучить ребенка от груди. Моему ребенку, сынишке Вовочке, 1 год и 1 месяц. И гинеколог мне порекомендовала вот такие таблетки. Называются они Достинекс. Стоимость таблеток 849 рублей. Там две таблеточки, всего две. Старшая дочка, я ее кормила до 2,5 лет, но без всяких таблеток мы отучились. А тут я решила отучить, но так как у меня много молока, и если грудь не давать, у меня грудь становится каменной, молочная женщина, я решила прибегнуть к таблеткам. Читала много отзывов, что есть головокружение, есть тошнота. Здесь две таблетки по 0,5 граммов, их на 4 приема. 0,25 пьешь, потом через 12 часов еще полтаблетки, и через 12 часов еще раз, и еще раз. Всего 4 раза. Грудь не давать, потому что будет идти сигнал в мозг, что молоку надо вырабатываться. Потом вам расскажу о всех своих ощущениях, как у меня получилось, не получилось. Ну, честно говоря, долго решалась, но наконец-таки решилась. Прошли сутки. Вчера я рассказывала, как я бросаю грудное вскармливание с помощью вот такого препарата Достинекс. Первые полтаблетки 0,25 граммов я выпила 10:30 утра. И вечером, через 12 часов, я немного сцедила грудь, потому что она начала побаливать. Ребенку я грудь не давала. Так сказала гинеколог, что ребенку давать грудь не нужно. По поводу сцеживания она ничего не сказала. Ребенок более-менее нормально перенес то, что ему не дали грудь. Бутылочку дала, в коляске покачала, спинку погладила, мультики показала. В 4 утра просыпаюсь я от жуткой боли. Грудь у меня как камень. Причем я кормлю весь год одной грудью, вторая у меня не работает. То есть там есть молоко, но грудь не наполняется. Вот весь год у меня только одна работает. И я не могу сцедить ее. Пришлось будить сына, ложить под грудь, потому что терпеть эту боль было уже невозможно. Я думала, я в обморок грохнусь. И надо было сцедить не до конца, а более-менее, чтобы грудь не болела. В общем, выкормила я его, пока он сам не бросил. У меня было такое облегчение. Я вырубилась и спала до 7 утра. Грудь была до 7 утра еще не полная, и боли не было. То есть приливала молоко медленно, но оно все равно приливало. Расскажу сейчас о побочных явлениях. Я думала, что я себя накрутила, что девчонки пишут в отзывах про головокружение, сонливость. Через 1,5 часа после принятия первой полтаблетки у меня заболела голова. Я думала, ну может так пришлось, ну бывает. И болела она у меня целые сутки, выпила 2 Тимпалгина с промежутками около 6 часов. И давление, пишут, что падает, померила давление, было 90 на 80. Попила я кофе, хотя пить надо как можно меньше, чтобы не стимулировать выработку молока. Попила кофе, давление стало 115 на 80 более-менее, и голова слегка прошла. И следующие полтаблетки я должна была пить через 12 часов, это было 10:30 вечера. И я вчера выпила, и такая уже рассказываю сказку ребенку, и чувствую, меня рубит уже. То есть побочные эффекты дают о себе знать. Сейчас у нас 2:30 дня. Утром я выпила третью половинку таблетки. Остается у меня на вечер на 22:30 еще половинка. Грудь так до середины наполнилась, ребенку я больше не давала с 4 утра, вот почти 12 часов назад. И посмотрим, что будет дальше. Снимаю 4-й день, как я отучала ребенка от груди. Вчера я ничего не снимала. Вчера я покормила ребенка в 9 утра. Прошли сутки. Сегодня было 9 утра. И сейчас уже 6 часов вечера. Почти не наполнялась, меньше стало в размере,
видно, что бюстгальтер для кормления стал немножко велик. Значит, таблетки не лохотрон. Я их ни в коей мере не рекламирую. Но еще подожду пару дней и сниму уже окончание. То есть мой сын не получал грудь уже 1,5 суток. И это прогресс. Прошла неделя, и у меня грудное вскармливание закончилось. То есть ребенок у меня не получал грудь уже 4 дня, грудь у меня уже мягкая, и молоко уже не прибывает. Даже как-то жалко. Но все хорошо, малыш растет. Может быть, мое видео кому-то пригодится. Буду благодарна за ваши лайки, если вы поделитесь в соцсетях.